Здравствуйте, сегодня с вами хотел поговорить о мини-домиках. Домики все больше набирают популярность во всем мире. Уникальность этих домиков заключается в следующем. Они малозатратны, то есть на них надо меньше времени на их постройку и денег, соответственно. То есть такой домик можно построить, я не знаю, ну там за 500, за 1000 долларов. Также их удобство заключается в том, что их можно перевозить. Они малогабаритны, то есть их можно перевозить в любую точку, не знаю, там, земли. Также очень удобно в таких домиках, скажем так, просто находиться, как-то чувствуешь, наверное, более комфортно. Конечно, минус такого домика нет, не развернешься там на широкую ногу, но тем не менее. Устроены домики эти следующим образом. То есть внизу, скажем так, в кавычках, второй, первый этаж, это кухня, санузел, телевизор, маленький столик. А наверху, под крышей, там устраивается спальня. Вполне, в принципе, вдвоем там можно спать. Но одному, конечно, комфортнее. Что еще можно добавить? Уникальность этих домиков заключается еще в том, что дизайн этого домика можете выбирать сами. Какой хотите, такой домик по цвету, габаритам, я не знаю, там, можете построить. Что еще хотел сказать о мини-домиках? Эти домики можно перевозить на прицепах. Многие так и делают, прям строят на прицепе и с этим домиком ездят. Но другие, скажем, делают следующим образом. Они просто строят домик уже на своей машине. Также, вот смотрите по фотографиям, они просто, домик находится у них вместе, скажем так, целостно вместе с машиной и ездят. Но такой домик, конечно, не является полноценным, но для того, чтобы спрятаться от дождя и ветра, от комаров, и полноценно отдохнуть, в таком домике, то есть, будет очень комфортно. Плюс еще таких домиков, можно просто приехать, не знаю, на пляж, на рыбалку, в лес, остановился, залез в такой домик и спишь. Многие пошли дальше, стали строить мини-домики на велосипедах. Тоже типа таких вот лежанок, едешь на велосипеде, хоп, остановился около дороги, не знаю, там, и лег спать и спишь, отдыхаешь. В общем, тема интересная. Наверное, можно об этом много говорить. Но я хотел просто вот показать, может быть, эти фотографии, может, кто-то это, скажем, не знает об этом, увидел, взял на заметку. Принесет, я думаю, какую-то пользу этим людям. Ну и, в общем, нам. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии. Что вы об этом думаете, о мини-домиках? Все, на этом спасибо. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Toreros devaient s'entendre pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automats. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est opéra après fracas. Apostrophe, tu sais ta page, pour ses jusqu'à se languir. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, allons. Toréador, en garde. Toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Thank you.
fait silence, on fait silence. À quoi ça passe-t-il? Le décris c'est la fin, le décris c'est la fin. Le taureau s'élance en bannissant auditoril. Il s'élance, il entre frappe en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah bravo taureau, il est le poule. Le taureau va, il vient, il frappe encore. En secouant ses banderilles, plein de fureur, il coule, cirque est plein de sang. En ses sauts, en fraîchit le cri. C'est un temps maintenant. Allons, en garde, allons. Hello, toreador, on guard, toreador, toreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend. L'amour, l'amour t'attend, toréador, toréador.